Так, может, мы зайдем с юга? А где мина? Дать мне просыпную ставят. Слышишь, позов, вот эти вот антенны, которые стоят, они все здоровые или нет? Хамбики. Просто коробка такая на нем стоит. А есть чем их взрывать? Не-не, антенны, которые на карте. Ну, это... У нас РПГ, муха Там кран и есть. еще что-то. Кран Нам есть. хватит взрывчатки. Но у них просто оптики нет, я думаю, может лезть туда как-то. Есть там немножко. Ну хотя винтарь есть 600 метров. А, нормально. Как до юга добираться будем? Кто эту карту хорошо знает? Получше как бы хорошо сложно знать, дома все одинаковые. Не, ну вот именно вот какие здесь вышки стоят. Ну, вот тут не эту, скажу. К примеру. Их визуально можно обнаружить, а вот так уж. Понятно. Если чисто физически, на вертолете можно сесть на любое здание. Ну, тут здания все низкие. Как Паша хочет добираться до юга? Я ж рисую. Вижу. Просто как вариант можно облететь слева и сесть на шоссе. И пешком идти? Да. Тут расстояние такое нехило. А, вертолет там подцепить машину нельзя? Нет. Можно? Можно попробовать. На высотных домах, на востоке от точек, скорее всего, точно будут снайперы. Или какие-нибудь умные. Нет, где эти дома поставь? Нет. Чтобы знать. Понял. Вот и... Где мы спавнимся там? Как на юг, на северо-западе. Бело-черный зеленый. То есть мы влетаем, мы можем сесть. Тут же много мест, где можно сесть вообще. Угу. Можем вот здесь сесть. О, я рисовал канал группы, черт. Это пробежаться тут вообще копейки. Ну как бы трудно. Ну да, давайте сесть. Можно вообще вот здесь сесть. Пожалуйста, отметьте в общий канал. Да. Не в общий, а в канал где-то дополнительный. Ну, да. В чем разница? Это же это брифинг. Общий канал видит и противник, и мы. Ну, общий. А вот групповой и это дополнительный. Но если 2-3 отделения, то видит только внутри отделения. Вторые отделения не видят. Ну, вот это место хорошее для высадки. Можно высотку занять, некуда это вот и посматривать территорию хоть как-то. Высотку занять. Рексара, ты что отметил? Ты хочешь там сесть? В смысле, ты высотки хочешь знать? Ну, я хочу, чтобы мы сели с севера, вот тут в поле, заняли высотку, и чтобы один снайпер просматривал территорию. Чё? 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 Я туда больше никогда не полезу, на эти высотки. Чё? Там тогда все отдели, всю сторону слили в этих высотках. А почему? Причем слива 2 или 3 человека. А, ну то давай, надо в операцию. Ты хочешь все-таки проехать с МПЗ, да? Там мина будет. Нет, можно пролететься, можно высадиться на шоссе на южном. Вот и если, пешочком пролететься через дома. Если были бы парашют, вообще в легкую бы высадились просто, не знаю. Ну, посмотрите, есть на вертолете парашют. Что-то нет. Пропустил. А высаживаться смысл? Мы в город рассеянно высадимся, собраться не сможем. И наверняка они в ангарах будут сидеть там тоже. По одному ангар? Сливаться. Они там в ангарах, и один в ангарах, а второй под тентом, таким металлическим, на ножках. Но они могут забагаюзить, прицепить тросом к другому хамику и увезти. Так, конечно, могу.
бан. Если они так сделают, то, ну, грубо говоря, мы одну машину уничтожаем. Наша победа. Этого как бы не должно быть. А что за зеленая эта полоса? Нашей на базы. Юге? Она вообще идет с нашей базы через юг. Ну да. Это я маршрут рисовал, на машинах съехать. Не очень хорошо. Если мы летим, то мы можем садиться. Да, тут в принципе два варианта. Тут нужно взять бронетехнику и проехать, как ты сказал. И на вертолете долететь пехоту. Ну, на бронетехнике там БТР. Там БТР-70, а БТР-60. Ну, это что же техника? Медицинская, да. Техника, я не знаю даже. БТР-70. В принципе, конечно, с техники можно подавить хорошо. БРДМ есть. Да. Две вот взять, БТР и БРДМ нам что хватит. Что у нас вообще есть техника, кроме полета? Ну, открой заметки техника. Заметки. Так, все. А звуки можно по высоткам отработать? Можно. Они все равно не рухнут. У врага. Да они там. Техника какая? Хамики. СМ-2. По-моему, шакал еще у них есть. Точно. Я вообще предлагаю высотки даже не трогать и не учитывать. Просто думать, что значит, что с того направления может кто-то прийти. Все, отступаю. Ну, значит, на этот, на запад вообще не смотрю. Ой, на запад, на восток. Ну, посматривать стоит, если кто-то придет. Силы какие-то будут стягиваться обратно. Это стоит. Но атаковать туда смысла нет. Ну, водный город, неудобно. Да. Нам точки надо чистить. Вообще желательно вообще пройти тихо, незаметно, взорвать одну. Также выйти, взорвать другую. Чисто дворами. А они 100% мины будут раскладывать у вас в этих возле. Ну да. Ну, кучками не сбегайте. А, ну да. То есть лицом этот чекать, да? Не, ну если увидишь, то хорошо. А если только, не вижу? Только к ней подойти все равно нежелательно. Лучше прострелять ее. А, то есть они, когда по ним стреляют, не ломаются, да? Ну просто я даже когда мины ставил, я сам подрывался на них. Хотя далеко от них. Разминировать там хитро. Колышек надо сначала сбить, потом уже... Всё. А колышек, он же вообще без текстуры. Почему? Он видно, он маленький-маленький такой. Ну ладно. На другом конце его еще найти надо, если второго поставили туда. Сам прикол. Всё. Сам прикол нужно это... Ну все это сбивать, этот колышек с автоматом или руками. Колышек подошел этим, либо через весь меню, либо колесом, не помню. Я просто думал, прям по нему стрелять надо. Не-не-не. Ладно. Ладно, я возьму тогда бардак. Кто там БТР возьмет? Никто, замечательно. Желающий. Тогда я возьму БТР, всех довезу на БТР. Остальные пойдут в атаку, а я буду там постреливать. Это так. Я могу взять вертолет и стрелка. Я... Ну вот, можешь. Так. Стрелка себе найди. Да, и так же летать и стрелять. Желающих нет? Ну, значит, будешь... Техники много для такого количества людей. Ну да. Я готов. Желающие, вы где? Ну ладно, наоборот, я буду стрелку на вертолете. Только не убейтесь. Вся проблема в том, что, скорее всего, стингеров у них даже нет. Тут улетать будет просто. А без какого-то бы это ни было. Кроме М2. Можно отправить вертолет на разведку. Посмотреть, что почему. Mm-hmm. Так, этот вертолет там стрелок сбивается только так. У него защиты mm-hmm. нет. Мне нужен на вертолет готов. Стрелок, он тут идет. А на вооружении на вертолете нету? Там 240-й пулемет. Он же летает с открытым этим. С открытым бортом.
Да. Ну, да, с пулемета выбивается. Не сильно хорошо готово. Толпец стрёмный рыцарь. Только против талибу подойдет. Можно, в принципе, принять ислам, упав на один из этих радаров. Угу. У вас, кстати, все, поехали. Кстати, GPS, будем ориентироваться. Да, сотая частота, кстати. Да, тут радио забил. Паша, Паша, не могу ли не слепать? Еще будет. Частота 100, частота 100. Да. Тут РПГ до хрена. А СВУ взрывчаточку никто не желает? Да, кстати, надо зачем хотя бы одну на каждого. Так, я надеюсь, это из рюкзака ничего не поставил. Где взрывчаток? Не вижу. Да-да. Взрывчаток заберите по мне рюкзак. Я сел. Парашюты. Прошу тебя. Может, стреляем. Грузимся, кто готов? В БТ. Там куча труб. В ящик обычный. В вертолете есть 4 таких парашюта и 7 управляемых. Бэтер, стой. Мы едем. Кто не в бетере? Я не знаю, какая колышка. 100. Ничего не поменял. Паша, если что, на какой радар падать? На любой, который самый ближайший к тебе. Здесь трубы взяли тоже. Ну, я взял две штуки, не взрывчатку. Угу. Стрелок-то есть какой? Сейчас сяду. А то сейчас кто-нибудь нам приедет тут. Хотя не должен. РПГшка же можно в тишину оставить, да? Да. У меня РПО есть, если что, можно почистить дом. Там, там на базе фугасов ДПГ-7 было, по-моему. Не знаю, что они взяли. Угу. Боятся.
кстати, если Абетер начнет стрелять, все будут, все враги будут на него сбегаться. Поэтому можно, в принципе, по кого-нибудь даже поймать. Имеется в виду с РПГ, кто же побежит на Абетер. Даже высунуться не могу. Здесь нет такой возможности. Видно. Они выходить из оранжевого не могут, да? Да. GPS у всех есть? Нет, со стрелка неудобно. Карте, я думаю, с компасом сориентируйтесь. Куда идти? А если ты нас на повороте, наверное, да. Что-то найти. Ну, мало ли, может, люди не сильно. Мы все-таки за зоной будем делать или в зоне? Все, просто как бы мы. Как бы пересечение с автострады и дороги, мы на месте. Все? Если вы пешком. Да. Мы на метке высадка. Так, стрелок останется пустым, получается, да? Да. Короче, я поехал вперед, вы там догоняете. Засушка наша работа. Ворон, ты на связи? Слышно? Блин, чё за на карте-то разучились частоты ставить? Да у нас дефолт на 100. Ворон, если что, я в Бетерис. Ой, шакал присек, направо ушел. Давай, Ворон, вперед проеду. Я вижу. Thank you.
Куда? В спину. Шакал. Но мягкий, ну, может, не... прикроет там. Не слева у нас кто-нибудь идет по двору, или все справа. Да, скорее всего, справа. Вы главное на главную улицу не выходите, а то мы там вас нечаянно покупаем. Заглушите как быстро, да, тормозите. За прием. Слышь? Так, все. Че все? Вам пришел потеряшка? Не знаю. Доклада не было. Не ты ли ворон? Так, а может быть я. Я летаю. Че, ворон, стоим здесь? А, ворон, стоим, покажи. Ну вперед они идут, вперед они. Тоже подъедем. МТТМ-2 работает сзади. Иванчик, ты смотри, короче, шакал где-то вот в районе бардаков катается. Иванчик? Да понял, понял, понял. Вроде бы пролетел только что. Сейчас. По тебе огонь, по-моему. Ладно, не помню. Я отметил вас. Нет. Сейчас минуту, они, короче, стоят. Перезаряд. Поставим мир. Это ты что там поставил? Да мы около этих завалов. Завалов? Ну, где противник? Мост стрейсер? Неизвестно. Мне тут примерно дал, где я видел ушел. Когда пролетал. В любом случае словим. У нас около уголов там никто же не бегает там. Да? О, справа что-то пришло к нам. Так это по кому стреляют, ты знаешь? Контакт. БТР направо не поворачивай, там мина. Кто там? Направо там мина БТР, которая сейчас едет. Там мина была. Понял, да мы по прямой едем, мы не поворачиваем. Перекресток чем-то простреливался сейчас, где танк там стоит, это остров танка. Там это... пехи были. Сейчас выкачусь. Еще это, как по-нашему отработали, по-моему, снайпер. Пока непонятно, по кому, откуда работа. Вижу ангар, короче. Короче, от ангара напротив него серые дубки почти все. Концерт. Да.
Второй этаж домов тоже смотреть, а здесь может быть. Гранатами репит ты забрал? Да, я. Чё-то по мне глядит. В самолете, в самолете. Разрушенный самолет. Гранат. Репит, это по мне гранат уже в рапке, да? Нет, это я кидал. Ну я не все кидал. А. Не знаю. Я не туда походу кидал. Возможно, типа тебе пора. Я где-то в сторону прайса кидал, но это как. Да, да. Слушай, поломал, короче, Г-364. Что там? Прицельная планка у Г-364, которая у нас прицелом, она вообще не рабочая. Ну, то есть, ну, ты поставляешь прям. Ой, не слышу. Она очень это. Что очень? И, ну, короче, допустим, я смотрю, там первый крестик, он, по-моему, на 300 метров. Ну, на, точнее, 200 метров. Стреляю на метров до 100, а у меня, то есть, ну, вообще, короче, все сломано. И у него, короче, сам прицел, когда ты его смотришь, у него, короче, знаешь, как бы накладывается твое изображение. Да это за корпус, там, сложно мне так пофиксить. А у кого-нибудь пофикшен? Ну, это вот фикс с лога. Так работает, наверное. Ну и вот. Ну, понятно. Все, технику потеряли. Да и людей уже не относите. Да почему нормально? А, вон, а что тут на карте как-то их это них. В самолете он так дух вывалился или нет? Что, в самолете там Аздоник был, по-моему. Я был в самолете. Да, сначала я Аздоника поливал, но он выжил. Отпустил, а... Нет, жив. Да. Пока РПГХ меня выбил. Короче, пока Г-36 надо юзать. Бесполезно. Даже коллиматор. Ну, то есть у него патроны очень низенько падают. Пристреливайся. Так не, ну, в смысле совсем жестко. Прицел выкидывает. Надо посмотреть, как это работает на других Г-36. Наверное, нормально. О, кого-то убили. Непонятно, как ты вообще там на него выбежал. Умер? Кого-то мочит, спит. Еще кого-то убил. Как он странно, честно говоря, выбежал на них. Вообще. Параллельно шел, а потом просто тупо зашел. Хатап молодец. Я не разменялся с ним, нет, я вот там стрелял, вроде успел. Эх, хатап, ах. Пропустил. Короче, сделаю, пока, наверное, вообще не взорвется. Ты меня слышишь, что ли, убил? Нет, хатап. Он с гушака тебя убил. Опа. Что-то как он меня сделать? Убил? Он задумал. У него винторез. Хатап задумал. Ты бежал на него, он тебя увидел быстрее, чем ты его увидел.
Зачем она ПГ достала? Чем хочется дает? Напугать. На угад стрельнуть по этому. По вертолет. Пуск по вертолету. Хит. Дмитрий, еще будучи на Зушке, на той миссии хотел вертолет сбить с гранатомета. Зушку он брал, чтобы пугать людей. Опа, 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 опа. Кто с кем? Кто с кем разменялся? Майк Баттер на мини подорвался. Ты попал в него? Ты в него попал, по-моему, на ране. На излете. А так-то в ангаре так никто не внутри не остался, но это не всегда. А вы первый бахнули? Вообще ни одну не бахнули. Здесь вся толпа была, туда пришли. Да. А первый вообще никто не хранил? Да. Ну, если догадают. Так и ничего. Наверное, даже с прорисовки еще, да, делается? Ну. Я не помню, здесь какая кнопка. Можно настраивать у меня. Перед этим, наверное. Да, кстати. Зараза. Через здесь настраивать. Вот зараза. Че, лучше стал? Да, да, было бы. Куда приятнее бегать. Километром вполне. Угу. Нет, он мне вцепил. От него толку на такой высоте вообще никакого. Какой, в общем, толку? Он просто летает. А там сейчас, кстати, на кого-то выйдет. Спит. Ну, правда, шаги не слышно. А спит инвентарь где-то на любимый. Ох. А, там. Чё, как он не слышит? Так. Подожди, как он не слышит? Ногу видит. Пятку, да. Пятку. Питер, пятка. Ну так-то 3 на 3. Иванчика не считаем. Рикшар вообще куда-то ушел. Питер живой? Да. Подожди, откуда Демьян появился? О! Лукас Шульц. Ты подашь, что ты тут зашел? Потому что он говорит. А, ну да. Хотя проверь, живой, не живой. Да он спаун, что-то там. О. Не, Паш, на этой миске, по-моему, надо этот другой спектатор. Городская месть всегда лагает. Ты дальний спорит? Да, здесь 4 не, километра. Он не убил его, офигеть. Это жесть вообще. Ну, сейчас, Питер как. А, понятно. Нет, сейчас не может. За ужин? Нет, ладно, оставил. Ладно. Кошмар. Он может оружие забрал, блядь. Только она знает, блядь. Опа. Еще кого? Я. Куда вообще Рексар? Убил? Уже ранен. Че это спал? Мы уже прокачаны. Странно. Да, с одной пули ранен, со второго убивает. Может здесь этот СП-5 стоит, он чуть слабее. Патроны?
Да, там СП-5 и СП-6 есть. СП-6 самый длинный, он реально вообще просто ваншот. Не, я просто прорвусь. Да он не очнется, он там столько нашпигал. Спидер тоже ранен. Всего лишь. Ну, подох, стрель. Подох. Демьян. Подох? Демьян, похоже, да. А, понял. Отъехал. К нему идет подмога. Оп-оп-оп-оп, хат побит. Отсюда. Че это он вдруг вернулся, а? Надежда, что я стичу открою. А что там, Тиси или Вискос подбежал? Давай, Спитер, очнись. Ну, нужен, наверное, там это клюпает кровь. Да? Ну я из-за вертолета не слышу. Оп! В голову. Эмисный. Чигар в кружке сидит. О, кошелец. А как он туда забрался? По-моему, он вылез. Молча. А, нет, он наблюдает. А он выйти-то, по-моему, сможет? Ну, там есть экшен. За... Я помню, короче, на сохране есть сарайчик, в который можно зайти, закрыться, да, да, и не выйти. Может, у меня план такой, типа, победа любой ценой. Ствол торчит из двери. Да, никто не заметит этот ствол, по сути. Да смотреть никто не будет. СШ видит, он будет. Что-то случается. СС, Питер? Да. Как ты выжил? Я дважды был ранен, я ветеран войны, у меня нет рук. И я кричал, все, кто просил медик, говорил, я медик, потом... Чехотап возвращается, труп сдвинулся. Да. Что ты сдвинул? Да, блин, у меня одиночные снаряды были, я вышел. Ну там еще сколько, троих было, да? Что-то не в порядке. Ну так, сейчас сделал, так, ну, честь, давай, так приподнялся. Ой, как, а глаза-то у него какие шальные. Взгляд такой. Я здесь сру, чё смотришь на меня? Может, нога провалилась? Да нет, пока стоит. Он ногой в очке застрял. Ты посмотри, там в очке травка шевелится, ему, видать, поиграло с очком. Да, реально, с первого лица гляньте. Ход реально видно, если честно. Так я помню, так было. А оружие достать сумеет? Он с этой винтовки ничего не попадет. А вы тот задвали, нет? А, тоже нет. А вот хатап идет, да ничего не за... Молодой пришел. Блин, как был, было миллиметр назад с вертолета снаряд отлетел. Ну, сейчас терминал. Ой, миллиметр. Зря присел. Сарычку, смотри. Саш, теперь не спасет. О, он так подстреливается просто. Так он не увидит. Ты, дверь не откроется. Тесси убил его. Неждан. Катап, почему не добил? А? Почему не добил? В смысле, а я не знаю. Посмотрите, где лежал недобитый, ты потом мне пошел уже начал бывать, когда я передвинулся. Чурик, рыцарь. А я слышу, не, я когда ты упал, короче, там, я по тебе еще пострелял, но ты как-то это... Че можешь убить? Чувствую, по мне стреляют, правда, нет. Пол туловища, пол туловища, земле. Потом я слышу, где-то орёт, короче, кто-то раненый, а кто не пойму. Я ж уже когда... Так ты меня стрелял, я, знаешь, почувствовал на себе, ну, такой, типа, и чё? Я спустился, когда это, уже смотрю, передвинулся, думаю, ну, наверное, точно живой, еще три выстрела. Нет, я уже сдох в течение. Не знаю, я, наверное, его спасло то, что он подполз, пропал и пули застряли. Паш, мы на воде вниз играли. Я лежал просто, лежал на полном поле, да, на склоне. Мне голову трижды высадили, и мне трижды пули от головы отскочило. То есть я без знаки валялся, и мне подошли в голову добивать. Мне пули после головы отскакивали. Я так и умер тоже от этого потери. Блин, а там этот самый Тесей так и лежит. Я в него, короче, пострелял, когда еще, ну, по крышам не лазил. Видел только одну бошку. Пострелял, не знаю, попал, не попал, оно спряталось. Когда мы по тебе попал или нет, просто у меня одиночные были, я успел два раза нажать.
попал. Да он меня, наверное. Что? Кисея вот это, наверное. Да. Понимаете, что колеса? Все или не все? Нифига кочега сходили, понятно. Победа кого? Оборона? Да. Ну, наверное. Ну, Рексар вряд ли добежит. Вертолет какой-то. А он лучше. Рексар на входе вообще не поставил. Вообще полиция. Он потерял. Иванчик, походу, вообще никогда не сядет. Иванчик устрелил, пожалуйста, он летает. Так Иванчику надо с парашюта выпрыгнуть, направить вертолет в ангар. Сказать, ааа, у меня винт сломался, падаю, Mayday. И потом дважды так сделать. Нет, это теперь нормально решает. Тарелка, пулька, две, и все, не зашибись. Я смотрю, он быстро летает, такие ребята, давайте хватит, зачем? А у тебя Хатап был в СП-5 или СП-6? Чё был? СП-5 или СП-6? А я хрен не знаю, в магазине там по 20 патронов, которые... Я его взял с КСП-6. СП-6... Странная убойная сила, вообще не убивает. Кто-то перестреливался даже. Не знаю, я потом взял с этого, со спитера, у него он с кого-то этот винторез нормальный СО забрал. Вот с него я потом забрал 3 магазина, которые по 10 патронов в магазине. Спитер? Да. А ты стрелял с КПК по РДМ? Я не стреляю с ГПХ. Ты кричишь, что я около ПДМ, не стреляйте ГПХами, и больше не кричал. Ну, уже поздно было. Я ГПшки стрелял. А, ты стрелял. А где вы эти спрятаны? Что за темп? Да, он там 37 кричал, типа, не стреляйте прямо за ним. Нет, ты меня не убил, ты меня ранил, я вырубился там. Я слева от подлега, в этом катарном домике был с колоннами. Я давай ему колеса стреляю, тут ГПХ залетает. Не, осколками. А Иванчик садится или просто это сейчас зависит? Прохладно, не себя не такое. Ну блин, реально миллиметр по 6 метров. Тут лобби, по-моему, не может понять, что за хрен. Сколько это вообще? О, ну он не взорвал просто. Да, точно. А куда вы пойти загнал? Сейчас не знаю. В смысле, не там стоит? Да, вроде бы не там, значит, не знаю где. А, метка? Да, взорвал. А чем он взорвал? Сарая? Неужели за шарфинг взял? Да, Купифик взорвал? Да, взорвал. Все не смогли. О, я колесо у Хамику выбил. Круто. Что он не видит? Хамик. Чего со всех лапцев? И чё, по времени там? 12 минут? По-моему, да. Ну, сейчас обе что-нибудь сделает, если умрет, вырубим. Он же ряд. Не, у меня сегодня, кстати, гейминг. У меня сегодня гейминг. Поздравляю. Да. Ну, Паша. Паша сегодня умер от зушки. Вон, тот себе видит, сейчас начал вертушки. Только он не заметил его. Вертушку не взлетает, не вырубил, чего он просто глушится. А он. Да ладно, Рексар уже в зоне даже. Да, он бежит прям. Как будто не весит ничего. Банчик устал, только на крышу сесть, и нормально будет. Что у него за ложки какие-то на пациента? Сколько времени? 40 минут? А, он не видит все еще, или видит? Он же прям на нас смотрит на это. На тесте. Лодзи, короче, как неплохо летает. Кто-то хотел бы посмотреть, как он летал? Нет, летаном летает. Винтами, винтами. Руби винтами. Помнишь, как на А3? Вертолет задом наперед. Как бывает. Прайс-кон. Шли 3 сутки, Вадим еще зависал. Сейчас мы тирасим, да? Растворительный переносчик. Я знаю, мы пробиваем из того, что пробиваем. А, точно. Зачем они его не видят? Где ножки? Вот у меня ножки есть, просто торчат. Обе что-то предприняли. Да, они, по-моему, сговорились. Сговорились. Ты
Чигарцочек толчки. Бывает, человек в табло. Наблюдательная позиция. Александр о, побежал перед Кочегаром, увидел. А, Кочегар увидел? Не, Кочегар увидел башню, которая через забор бежала. Вот типа такие глаза выключены такой. Типа. Открыл такое очко. Оп. Толчок открылся? Толчок открылся, вышел спецназ. Ладно. Ой, что? Ну, по-моему, я уже пробежал. Александр пошел на следующую точку. Мимо. Когда ты перебежал, короче, знаешь, без карты просто сезона побежал. Там бежит. Там по вертушке понятно, куда бежать. Ну, обратно побежал, че? Да, в скайпе написали, все ясно. Сквозь стену смотрит порта. Ты как, что, не нашел никого обратно, вернулся в толчок? Походу. Ты Иванчик полетел отсюда наконец, мешать не будет. Опа-на, блин, его обе чуть не снял. Чекар чуть обе не снял, но обе, блин, лег. Открылась. Обе там гранат кидают. Да дал честь. Обе кидал, обе. Короче, как в сортире? Граната взорвалась перед лицом. Точно. Смотрит. Тоже знаешь, да, что? Да. Сортир смотри. Ой. Серьезно? Блядь. Да. Как он его увидел? А там уже такое смотрели. В смысле, что за смотрел? Блин, этого не убили еще. Он, наверное, увидел, что чисто отдал в туалете. Привет. Чего ты там сидел на сортире? Веревку высиживал, что ли? Да, блядь. Много противника видел вообще. Я видел там бега вокруг тебя. Как Сар там бегал. Бля, я хотел целиться, не стало тогда на арку. Там было сесть тебе. А ты нахрена честно отдавал в туалете? Че-че? Честь отдавал нахрена. Если что, бы это оружие убрать. Александр кого-то стреляет даже еще. Стрелю. Да. Грозы. Фактически туалет, бля. А да, может, в следующий раз вот эти мини-карты всех поставим первыми? Просто посмотреть, что... Маловато. Маловато, но 35 человек. Типа, РРР, тут там все. Для стрела тоже карта полечила. Человек на 20, да, самое. Сейчас могут этого снять. О, все, опять все убили. А Александр меня сломал. Зачем он Бобосик сюда затянул? Или Рексар, да. Я же стрелял. Спецназ. Не учел забрать, давайте, но у них 7 минут забрать. Давай, Иванчик, я что-то понимаю. Сейчас Рексар промажет. Ну, давай, Иванчик, да. Ну, где? О чем мы это? Эссея, пропал. Уже умер. А кто его дал? Попадал. СРПГ. Ты что он делает? Он улыбался, пошел дальше. Да. Поиграл. Да, нормально. Давай, еще пустые, пустые побегают. Ты должен был взорвать их, а не залутать. Да. Должен был остановить темную силу. О, Оби там смотрит. Чигар еще стали там. Так чё, все синие, все помер. Да, задача. Стоит. Если не лишь тоже, то будет на задание. Ну блин, поднимемся, что много, было бы приятно.